Привет, дорогие наши любимые друзья! Привет, what he said. Сегодня со мной Рэюшка. Я Рэй. В офигенном шлеме десантника, который нам подарил Мук. Итак, ребятки, сегодня у нас на обзоре вот такие вот соусы от великой американской компании Heinz. Yeah, all these weird Heinz sauces. Да, вот реально, они вот вышли совсем недавно. У нас здесь есть и Crunch, у нас здесь есть и Mayo Mas, у нас здесь Mayo Q, у нас здесь Mayo Cho, у нас соусы барбекю. И вот такой наборчик, прекрасный набор замечательных американских барбекю соусов от компании Heinz. Weird sauces from Heinz. Weird sauces, странные соусы. Здесь у нас Канзас, Каролина, Гавайи и Мемфис. И, конечно же, непонятный, странный, very strange jalapeno ketchup. И, конечно же, обыкновенная, классическая, органическая. Ну, все вы такое уже пробовали. А вот такие соусы, ребята, есть ли в России вот такие вот соусы? Напишите в комментах, с чем же мы будем пробовать вот эти соусы. Как вы думаете, что самое лучшее для пробы? Well, I got an idea. Ну, конечно, как же без американских соусов и американской буквы М? Ребята, мы съездили в Макдональдс и взяли чикен на... Гетс. Смотрите. В Макдональдс покупать чикен наггетс. Туда. Туда. Туда прямо. Давай. Так, ребятки, для тестов наших соусов от компании Heinz мы сейчас возьмем наггетсы. Чикен Макнаггетс в Макдональдсе. Макдональдс чикен наггетс? Больше мне. Да-да. Да-да? Да-да. Ах ты! Туда. И прямо. Приехали в Макдональдс, и сейчас возьмем 40 наггетсов. Большие наггетсы. Большой наггетс. Большой наггетс. Что? Айори. Привет! Hello! По-русски? You speak Russian? Да? Chicken nuggets. Big. Большой. Большой chicken nuggets. Big. Big. All sauce. Every sauce. Да? Заказывали. Спасибо. По-русски в Макдональдсе в американском. Да, да, is. Okay, thank you very much. Привет. Is money. Да, да. А, спасибо. Давай. Сука. Он бедного парня напугал. Бедный американец просто над ним это просто. Они нам реально каждый соус, который можно взять, дали бесплатно, $0. Ура! Так, 40 наггетсов вышло, 10.92. Привет! Спасибо, пока! Так, чек идет сюда. Взяли наггетсы, и теперь туда, потом туда, а потом туда. Да. Итак, ребята, вот мы взяли соус. 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 Ранч! Соус. Sweet and sour. Так. Барбекю. Так. Ранч! Ууу, спайси баффало. Спайси тэнги барбекю. Салфеточки. Написали здесь мёд. Блин. Сладкий и острый, и нифига они не положили. Вот засранцы же, а. Мы взяли 40 наггетсов вот в такой вот коробочке замечательной. Чикен наггетс, куриные наггетсы. Это самая идеальная штука для тестов соусов. Еще одна коробочка. 10, 10, 10 и 10. Hello in there! Where's the rest of my sauce? Мы попросили все соусы в Макдональдсе, и они нам дали только 4. А еще нам не хватает одного. Эти соусы мы оставим на потом. В конце протестируем вот эти соусы. У нас есть водичка, у нас есть тарелочка, даже много тарелочек. И сейчас мы начнем. Барбекю вот тут, эти вот тут и обыкновенные посерединке. Мои наггетсы, наггетсы Рэя. Так, ну что, поехали. Давайте мы начнем с самого обыкновенного Хайнца. Да блин! Давай, Рэй, обычный кетчуп, regular ketchup. Так, кетчуп. Chicken nuggets. Органический кетчуп. Mm. Mm.
It's just like normal ketchup, right? But можно, интересно, почувствовать разницу между органическим и обычным? Meh. Pretty much. Так, ну, обычный кетчуп, он... Ничего такого нету. А обычный кетчуп не органический, намного вкуснее, чем... Dad, let me do it this time. Так, кетчуп с халапеньо. Ну-ка, ну-ка, давай посмотреть. Кетчуп с халапеньо от компании Heinz. Интересно, будет ли он острый или не будет? Right. Давай, Рэй. We're dying. Макнаггетс, макнаггетс, макнаггетс. О, кетчуп. Ooh, there we go. There we go. Слегка кислинка. Написано, смешан с настоящим халапеньо. I believe it, it's got my nose running. Ooh, слегка кислинка. Слегка приятный сладкий, аромат такой еще приятный, прям чувствуется халапеньо, и потом начинает чуток жечь. Так, oh, ну, pancake. Я бы сказал, это вкусняшечка, I like it, you? Yeah, I like it. Так, ребятки, идем дальше. Ну что, Рэй, давай начнем тогда вот с этих. Итак, начинаем с самых сумасшедших новых кетчупов. Это mayo chop, mayo chop. Это типичная смесь майонеза с кетчупом. Майонез и кетчуп. Давай. Очень интересная вещь, что большинство вот таких соусов, скорее It's всего, kind of orange. Приходит в голову людям, которые любят траву. Давай, Раюшка. Давай. Mayo chop. Go ahead. Кетчуп с майонезом. Ну-ка. Мне нравится. Это вкусно. И майонез. И кетчуп в одном таком прекрасном соусе. It tastes like a bland tartar sauce. Как будто соус тартар. Так, ну, блин, mayo chop замечательное изобретение, конечно, от компании Heinz. Mayo Q. Как вы думаете, что из чего сделали вот это вот? Это майонез и соус барбекю. He did it again, folks! Now the mayo cube. I don't even like the look of this. Смотри, look. Вид, конечно, не из самых лучших у mayo cube, но мы попробуем. What the hell? Вот это вкусняшечка. Ребята, знаете? Ребята, вы знаете, вот многие люди не любят соус барбекю, потому что он им напоминает им какой-то жидкий дым, что-то такое прям очень копченое. И да, я согласен с некоторыми соусами барбекю, они чересчур копченые. Но это майонез прям разбавляет эту дымовушность, дымовуху, и становится вкусно. Tastes like a sweet barbecue sauce, but it's kind of... Ну, у нас разные вкусы. I don't like color. У нас обалденно разные вкусы, и это замечательно, потому что мне нравится одно, ему нравится другое. То есть я очень... О, так, давай, открывай. Mayo must. Как вы думаете, что это такое? С чем здесь смешан майонез? Как вы думаете? Давай, Рэй, открывай, я не умею. Давай. Ох, какой! Прям как будто светлая, приятно светлая такая вот горчичка, приятно светлая. Ну что, Рэй, давай, mayo must. Давай, go. Горчичка с мазиком, ну-ка. Оп. Ребята, вот это на хот-догах было бы взрывчаткой. Самый лучший. Так, Рэй, давай дальше. Ranch. То есть это кетчуп с соусом ранч. Ну, Рэй, открывай. Yeah. Я обожаю ранч. Я тащусь от ранчо. Он на салаты хорошо. Он на бургеры, на куриные сэндвичи, на крылышки баффало. Ранч. Ох, какой же он замечательный. И его смешали с кетчупом. There's people that put ranch on everything. Ranch on pizzas, ranch on french fries. Ранч на абсолютно все. И вот он похож уже на такой соус под названием «Тысяча островов». Итак, кранч! And we're dying. Und crunch. Нет, что-то какой-то ranch
он прям чересчур такой пряный. Мне нравится раньше, когда он сметанный. Все приправки чувствуются равномерно, сбалансированно. А это прям какой-то чересчур агрессивный ранч и какой-то кислый кетчуп. Вот это не понравился. Ну что же, ребятки, пока из этих самый мой любимый вот этот и вот этот. Right? So those are your two favorites. My two favorites so far. Какой у тебя? Which ones are yours? Which ones do you like better? That one? That's it? Oh, well, wait, where's that? And a jalapeno? Yeah. Итак, ребята, мой самый любимый и самый любимый Рэй на данный момент это вот этот. Сейчас мы плавно переходим к американским соусам барбекю из разных регионов США. Здесь 4 региона. Так, переходим к самым, которые я ожидал тоже. Это соусы барбекю из разных мест по США. Начнем мы с Техаса. Which one? Okay, the Texas. Техасский соус барбекю. Я обожаю Техас. Я тащусь над Техасом просто. Техас один из моих любимых штатов, ребята. Барбекю соус из Техаса. Поехали. Давай, Рэй. Давай. По наггетсу. Ну, погнали. Я обожаю Техас. Не сладкий, не кисленький, нет этого жидкого дыма, а вот приятный соус барбекю, в который можно макнуть и мясо, и ребрышки, и брискет, и pulled pork, и курочку. И с этим идет... It's got too much paprika in for me. I'm just saying. Так, едем дальше. What is it? Oh, whoa, 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 whoa. Kansas City. Kansas City. Kansas City, here we come. Хайнс, Kansas City. All right. Город Канзас. Где барбекю очень популярно. То есть Хайнс молодцы. Они собрали самые популярные барбекю наших штатов. Это Мемфис, Техас, Канзас, Гавайи. И сделали соусы. Смотрите, какой он темный. Вот да, вот посмотрите, насколько он темный. Kansas City Barbecue Sauce! Kansas City, here we come. Так, Канзас, поехали. В Канзасе очень все сладкое в барбекю. Типичный Канзас. Это типичный Канзас, сладкий, приятный. Немножко замечен вот этот жидкий дым. Юрию Хованскому не понравился бы. Для ребрышек вот это пошло бы очень замечательно, ребятки. Хороший, но мне техасский понравился больше. Рэй, where are we going next? What city are we gonna visit? Memphis. Oh, Memphis! Memphis! Tennessee! Memphis. Штат Теннесси. Замечательное место для барбекю. Мемфис, он всегда славился с немножко таким остреньким, остринкой. Барбекю у них стиль такой приятный. Давай, Мемфис. Мемфис. Мемфис, baby. Давай, Рейк. По идее, он должен быть слегка со стриночкой. Сейчас посмотрим. You know, Memphis has got that little spice kick. So we'll see if it's true. It's got a lot of brown sugar in there. I can tell. Приятный вкус. Слегка кислиночка. Сладко-острый Мемфис. Рейк, куда мы идем дальше? В какой мы штат сейчас попадем? Your favorite. Carolina, but not the Reaper. Мы сейчас едем в Каролину, там, где живут мои родители замечательные. Мама, привет. Тим, привет. Люблю вас. Каролина, они соусы более жидкие. Они идут на рваную свинину, pulled pork. Они его так коптят, часов 18, вот такой кусок свинины, раздрабливают, рвут его, и потом поливают вот каролинским соусом. Он горчично-уксусный. Вот такой вот соус. I'm an artist. Yeah. Look, it's a goose. No, it's a neck. It's a turkey. It's going to be on the table. Итак, Каролина. Каролина, она всегда была кисловато-горчичная. Так что пробуем. Каролина меня удивляет. Вот это да. Техас, Каролина и Мемфис. Вот это замечательные соусы, ребятки. Канзас неплохой, но его затемнили. Последний соус у нас, а знаете откуда? Из моего самого любимого места на земле. Гавайи. Гавайи. Поехали лучше на Гавайи. Вот это темный. У гавайцев есть замечательная курица под названием хули-хули курица. Хули-хули чикен. И у них используется вот такой вот соус, который смешан с ананасовым соком, с терияки.
и соевым соусом. То есть он сейчас будет сладковато-кислый, я вам говорю. Не, мне вот это не нравится. Какой-то прям, как будто протухший какой-то томатный соус. Так, ребятки, ну, да, Рэй. И под конец мы зарубим холодец. Интересно, вот где макдональдсовские соусы сделаны? Чья, какой корпорацией? Тэнги барбекю, спайси баффало, ох, ренч. И это мы напополам. Итак, я бы сказал бы из всех кетчупов и соусов и майонезов, смешанных с разными этими делами... Господи, что ж ты делаешь-то? Ты все решил смешать их, что ли? Вот этот на данный момент мне нравится больше всего. А из соусов барбекю я бы сказал, конечно же, Мемфис вот такой вот и техасский соус вот такой вот. Он сейчас решил это все реально смешать. Ужас. I'm bored. Давай, давай, давай! А теперь мы протестируем соусы из Макдональдса. Это соус барбекю. Вот такой вот. Обыкновенный барбекю. В России тоже есть такие соусы барбекю в Макдональдсе, они немножко отличаются. Или какой там соус барбекю, ребята, у вас? Напишите в комментах. Давай, Рэй. Ну, барбекю, который в Макдональдсе. Кисловатенькое присутствует такое немножечко. Замечательный. Так, Buffalo. Буффало. Буффало. Это самый знаменитый соус в США, сделанный в Buffalo, Нью-Йорке, из соуса Frank's Hot. Смешанные с маслом, со сливочным, с уксусом. Buffalo. Настоящая Америка. Курочка с ним, а особенно крылышки, ребята. Соус Buffalo. Давай, Рэй. Давай. Ну-ка. The spicy Buffalo. Looks like Frank's Red Hot. Buffalo. Да, Frank's. Вот я про это и говорил. Ну-ка, а? О. Ну вот это соус. Король всех соусов. Легкая остринка, легкая кислинка, немножечко сладковатенько и прям жар греет, нагревает. Buffalo, вот, вот. That's spicy. Это офигенный. Так, переходим. Ранч. Самый распространенный соус в Америке это ранч. Ну-ка попробуем. А он будет... I like to save my ranch for last. Sorry. Сладко-кислый соус. Ну-ка пробуем от Макдональдса. Sweet and sour. Oh, she went. I gave us one. Lower shot. Oh, that's sweet. What the fuck is this shit? Это самый худший соус, когда я либо в своей жизни, как будто какое-то масло с машины слили с бензином. Ну а теперь, да, теперь ренч сейчас мне поможет уничтожить этот ужасный. Так, ребята, ну и самая моя любимая классика, без которой я никогда курицу жареную не ем во фритюрнице, крылышки, это Buffalo и ренч. Oh, yeah. Вот это соус! Блин, ренч! У Макдональдса. Вкусно. Ренч. Обалденно. Ребята, Habanero ranch. Если у вас есть ренч в Макдональдсе, обязательно попробуйте. С курочкой, с картошечкой, на бургер. Особенно на куриный бургер. А вот теперь смотрите, настоящая Америка. Buffalo! Yeah! Buffalo wings with ranch! Fuck yeah! Okay. Это все соусы? Is this all the sauces? Yes. This is mega sauce. Мега соус! Мега соус! Это все соусы от компании Heinz. Wow. Интересно. Так, ребят, слушайте, а когда смешивается все сразу, получается, кстати, очень вкусно. Ну что же, ребятки, вот такие вот соусы нам повидалось попробовать. Мне понравился. Самый вкусный из всех вот этот вот. На хот-доги, на бургеры.
На сосисончики, на пельмешки, доширак, пицца. So, Ray, which one is your favorite? Я полностью с ним согласен. Из барбекю какие? Из барбекюшных соусов Каролина и Мемфис самые вкуснейшие. И, конечно же, вот эти вот замечательные соусы. Yeah. Ребята, наггетсы самые идеальные. Лучше, конечно, использовать наггетсы для тестов соуса, потому что они нейтральные, вкусные. И это замечательно. Так, спасибо, что вы были с нами, ребятки. Я считаю, что очень хорошо можно вот купить такие наборы и разыграть для подписчиков. Почему бы нет, на стриме как-нибудь мы это сделаем. Ну что, Рэй, какие последние слова? My verdict is I finished my chicken nuggets before you did. Марка! Ребята, спасибо, что вы были с нами. Любим вас. Целуем. Увидите, обязательно покупайте вот этот вот. Пока! Bye-bye, пока-пока!